Всем подписчикам привет! Приехали на монтаж теплицы Легенда 4х10. Стеклянная будет она у нас. Идет процесс разгрузки, часть стекла, арки. Вот на таком бетоне она будет стоять. Все, сейчас разгружаемся и начинаем строить. Каркас теплицы мы поставили, зафиксировали. Сейчас устанавливаем отливы. Одна сторона готова. Пока на второй стороне отливы делаем, начнем крыть первую сторону. Продолжаем строить теплицу 4х10. Под стекло у нас стены обшиты. Практически до конца. Сейчас пару стекол еще установим. Начнем крыть крышу. Покрыли крышу, начали обшивать торцы. Параллельно делаем форточные блоки. Теплица строится. Все по плану. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 4х10. Пойдем смотреть, что у нас получилось. По торцам у нас алюминиевые двери, одна правая, одна левая. Каркас сделан с профильной трубы 40х60. Покрашен с полимерным порошковым способом. Цвет шоколад. Есть у нас диагональные усилители для большей устойчивости. Есть у нас система подвески. 6 ниток на всю теплицу, 4 форточки, точнее 2 форточных блока, но мы их разделили. Получилось как бы в 4 секциях установлены треугольнички на термоприводах. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров, все выровнено, по низу пущен отлив. Отлив фигурный такой, в размер бетона, все красиво, четко. Стекло 4 мм, крепится с помощью профиля системы база крышка. Вот такая вот отличная, прозрачная, светлая, большая конструкция у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.